Да. Но у него все, все, все про телочку. И все. 365 вариантов, как прочитать про девушку. Всем привет. Это Давид. Всем привет. Это Стас. Привет. Это Руста. Это девушки прекрасные. Девушки. И вот компания. Юля. Да, я вышла наконец, а как теперь вернуть конец? Вот так. Не умеем пользоваться. Всем привет. Ну, задавайте свои вопросы, я буду на них отвечать. Секси, привет, привет всем. Ты ждал? Офигенно. Всем привет. Приходите ко мне на концерт, который состоится 16 февраля. Меня там транслируют. Вот. Сейчас транслирую. Ты вот так. 16 февраля в клубе... Раньше он назывался «Акафе», теперь «Аксенов», по-моему, я не помню. Ну, точно я не знаю, как он называется сейчас. 16 февраля я вас всех жду. Я не знаю, я здесь сегодня нахожусь, на студии. Скоро мы запишем для вас очень-очень качественную музыку. Она отлично занимается, ходит в школу. Все на месте, все имеется. Идут и все. Спасибо всем, мне очень приятно. У Званы все хорошо, она растет уже большая. Привет, Ростов. Так, где Давид? Да, он рядом сидит. Йоу! Просто как бы там, допустим, Тимана не срали, он всем говорит. Мне 24 года. Один хит. Очень много. Спасибо, я давно собиралась это сделать. Донецкий тебе ждут. А? Тебя ждут в Донецке. Донецк, скоро приеду. Надеюсь, постреляю. Там получится пострелять. Вообще, я очень рад от того, что еду в Донецк. То есть сначала держи за руку Юрия Савичева, он пошел, потом дальше у него... Краска, я крашу в салоне, и, по-моему, она называется Киона, если я не ошибаюсь, 10 номер. Надо подкачаться, он вылетел. С кем я сейчас в отношениях? Ух, как вам все интересно. До скорого вы об этом узнаете, потому что я выхожу замуж. А Волгоград когда... Да хоть завтра. Где в ЦАУ? В ЦАУ, естественно, на студии. Где еще? В Самару обязательно приедем. А, Давид, как ты относишься к грачам? Как к птицам. Они тоже летают. Каким грачам? Как там? Ну, как относишься? К вам, к чурбанам, хуёво я отношусь. Я, говорит, моя лица вас заговорил, блядь. А студия где? Она находится на Варшавском шоссе. Я только корни осветляю. Ну, не осветляю, я их просто крашу. Когда трек будет с тобой? Как только, сразу. Будет клип на порную историю. Я такой старый. Вечно молодой. Так, ты супер, как, спасибо. Песня называлась «Порная история», да? На которой будет клип снят скоро. Привет Артему и Мише. Привет из Подмосковья, я сама тоже нахожусь в Подмосковье. Все на месте. В Москве меня можно не встретить, я не особо бываю в Москве. Бля, ну вот на записи он делает... Мурманск, мы недавно у вас были, привет! Я знаю! Вероника, тебе большой-большой привет! Спасибо! Руслану Гарипову передаю привет! А где Гуф? Гуф дома! Привет из Сочи! Кстати, там было летом, очень долго, 2 месяца. Написать мне ВКонтакте, либо стать активным участником моих конкурсов. Тогда вы получите сигнал. Привет, Игорь Ваша. У меня 5-й. В Минск нас приглашали, но я не помню, когда. За сколько, говорит, ты написал песню? Приеду, если пригласят.
Он говорит, ну, за 4 минуты там сколько там секунд. То есть, сколько трек идет, за столько. Очень вот приятно, что вы лайкаете, что вы вместе с нами, что вы со мной вот все наши. Что? Джаз-банда сегодня активнее. Мы работаем здесь в целом. А какая песня? Я не знаю, здесь включают какие-то песни. Вот что эти. Играла до этого? Да. До этого играл скриптонит, ребята. Вот, 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 вот. Типа, танцуй сама. Я сейчас играю там как диджей, потом у меня эротический перформанс. Эротический перформанс. Это называется, по-русски это называется сиська тряс. А про попу ты забыл? Тело тряс. Попка бульк, сиська тряс. А голос такой у тебя, как у Барби. Так я... Барби! Ну я чуть-чуть Барби. А чё, Барби разговаривает, что ли? Алло, блин, ну серьёзно, голос как у Барби. Понимаю, Барби голос. Говорящий. Кто, где, как уж там? Надувные. Надувные. Я кольцом Бога. А какой у меня любимый рэпер? Вы чё, издеваетесь, что ли? Я на самой любимой рэп-студии нахожусь. Я не снимаюсь в порно, я никогда там не снималась, ребята, и не буду сниматься, и потому что я не хочу пост. Это всё был пиздёж. При ведущей семейной жизни, подачи при ведущей семейной жизни вас наебали. Просто грамотный переход. Либо нет. Я 1,170 м, а вес я не знаю. Может, 52 килограмма, да? Сколько я вешу? Да, где-то так. Ну, у меня грудь очень просто большая. Конечно, я девственница, ребята. У меня дочке уже 7 лет, и я девственница. О, Шопен звонит. Шопен. Я не курю. Ни сигареты, ничего другого. Достаточно мне всего в жизни. Я родила не в 17 лет, а в 16. А как я сбросила вес? Ну, я просто мало кушала, наверное. Но он, знаете, он набирается, то сбрасывается. Это жизненные такие моменты в жизни. У всех, я думаю, такое происходит. Звана ее зовут. Звана. Да, да, да. Да вот, все на месте. Ребята. Какие-то вы глупые вопросы задаете. Мы вообще-то друзья. А? Вот он. А бываю. Я была там и в Донецке, и в... очень много где была, в Николаеве, в Киеве. Да, я занималась легкой атлетикой, бегом. Давай Леша, Леша дома спит. Спасибо. Очень понравилось, мне очень неприятно вообще вся эта история, связанная с этими войнами, потому что, например, клуб, в котором я выступала, его уже нету. В Тамбов, кстати, ребята, недавно меня звали в Тамбов. Буквально я на днях должна была там быть, но, к сожалению, не срослось. Попозже буду. Спасибо, мне очень приятно, друзья мои. А, фигуру, как вам ее показать-то? Да я тут просто сижу. Ну вот, вроде бы не толстая. В Иваново я была недавно. Я? В Иваново была. Там одна комната хаты, спасибо. Иваново. В любом до него поедешь. Иваново. А по национальности я русская. И еще... потерял телефон. Русский у меня есть шведские, эстонские корни, поэтому у меня такой акцент, ребята. Я немножко заторможу. Спасибо. Да не у них он летает. Тебе привет. Всем привет, всем привет. А тут пишут, что... наши тусы. Так что, если будете обижать, будете делать с нами. Сколько раз в неделю ты уделяешь спорту? Я уделяю время сексу. Это самый лучший спорт. Когда вы... Самый лучший спорт. Давид, ты шикарный. Жирный, не хотим написать. И Великий Новгород. Вот как... Команда наша сделает мне концерт в Великом Новгороде.
Так я там и буду. И приеду к вам очень быстро. Привет, тоже из Альметьевска. С девочкой ты в Казани что там читал? Прошлый Казань. Чего Казань читает? А что с девочкой ты какой-то читал, там рэп что-то? С Ангелиной Рай. Ангелина Рай, она сейчас в Казани находится. Скоро вернется в Москву обратно. Она с мужем в Казани, они отдыхают, у них праздники семейные. Семья, туда-сюда, ля-ля-ля. Нет, мы не курим. Да, у Давида есть девушка, зовут ее Лана, очень она прекрасная. Да я не могу, у них тут своя музыка. Рэп. А, нет, я ничего не меняла. Кстати, у меня может быть будет операция скоро. Там по здоровью, поэтому и поменяю. Ангелину ты банил в перископе? Я не банил в перископе Ангелину. Не знаю. Нет, конечно. Как я могу банить Ангелину в перископе, когда она моя подруга и мой соратник, и участник ЦАО? Приезжать к нам не нужно, потому что мы уже все разъезжаемся по домам. Друзья, спасибо вам за то, что вы были с нами, за то, что вы такие много пишущие, много ставите лайков. Очень приятно. Смотрите, каждый понедельник в 23:15 в программе «Большая курица» мою рубрику «Спроси у Самбуки». Задавайте свои сексуальные вопросы, потому что я очень хочу на них ответить. Всем пока! Всем пока! Это была Катя Самбука. Присылайте сексуальные вопросы. Смотрите, наслаждайтесь ее красотой. Мир вам всем. Идите в жопу. Смотри.